Обыкновенная школа. Обыкновенный класс. Но урок идет не совсем обыкновенный. Урок информатики и вычислительной техники. И ведет его не школьный педагог, а преподаватель политехнического института, поскольку учителей этой новой специальности наши вузы еще не готовят. Да и школьные кабинеты пока не имеют нужного оборудования. Вот почему в Волгограде на помощь школам пришли ученые политехнического института. В его лабораториях девятиклассники закрепляют полученные в классе теоретические знания практическими навыками обращения с компьютерами. Внедрение информатики и ЭВМ в учебный процесс средних школ переживает период становления, и потому участие в нем специалистов оказалось очень своевременным.